Всем привет, меня зовут Надя, я очень рада, что смогла заинтересовать вас своим видео. И сегодня небольшой видеообзорчик на дембельский альбомчик. Он всего у нас на 2 разворотика, совсем небольшой, около 40, чуть даже больше 40 фотографий, разноформатные. Размер альбомчика 20 на 20 сантиметров. Ну и декорчик, и сам альбомчик, он очень простенький. Итак. Обложечка у нас полностью обтянута тканью, хлопок, под такую армейскую тематику, да, Майнкрафт, я бы даже сказала, если кто в курсе. Вот, закрывается на магнитную застежку. Есть такая надпись. Теперь я как-то впала в то, что добавляю пайетки, тут они у меня тоже есть, черненькие пайеточки. Чипбордик тематический, в общем-то, старую бумажечку я порвала, вот такую вот она отсюда отлично вписалась. Вот тут вот билетики я очень много применяла вообще в этом альбоме. Так, как сказала, да, разноформатные совсем фотографии абсолютно. Заказчица сказала, что там разные очень у них фотографии. Так, здесь вот такой вот карман. Там большая подложечка внутри. Здесь скрывается так. И здесь на две маленькие фотографии. На 4 получается, по 2 на каждое. Вот здесь закрывается на анкер. Так, это сюда. А здесь еще карман. Мне понравилось, когда вот этот карман внутри, между скраб-бумагой и подложкой. Отлично получилось, мне кажется. Составляла фоны, потому что брала всего один набор бумаги 20 на 20 сантиметров. И таким образом я сэкономила. Вот переплет. Обычный тканевый прошивной, но разбег. Ширина перемычки, насколько помню, 1,8 сантиметров у меня. Вот. Большинство, конечно, подложек на 10 на 15 и 9 на 13 сантиметров, но также, как вы видели, есть и маленькие. Здесь вот эта вот надпись, она на флисе. Печать, даже не на флисе, я даже не знаю, что это, но по мне это флис. На мягкая, ну, тканевая высечка называется, да, на ней сверху печать. И, в общем-то, очень необычный элементик. Здесь так, здесь конверт для дополнительных снимков или для каких-то памятных мелочей. И здесь на 4 фотографии подложечка, и здесь на 4 фотографии. Очень понравился вот этот вот фон, классный, суперский, прям, эти самолетики очень красивые. Так, вот так. И вот так. Вот, в принципе, такой небольшой совсем альбомчик. Если тоже себе такой хотите, да, в таком же плане я имею в виду небольшой совсем на 2 разворотика. Ну, довольно много, да, 40 фотографий, еще попробую подбери их. Всем кажется, это мало, но когда я оформляю свои, это очень даже немало получается. Нужно отобрать 40 фотографий из всего этого хаоса, что у нас есть. Вот, в общем-то, вот так. Обязательно пишите свои впечатления по этому альбому. Дембельские альбомы я делаю редко. В начале своего скраперского пути я делала их очень много. Там мужской был альбомчик, который забрали недавно, вот к 23 февраля. И дембельский, у меня тогда был такой период дембельско-мужских альбомов, и я делала. И, видимо, заказчица увидела их. Хотя они у меня в ленте уже давненько не были. Вот. Пишите впечатления, ставьте лайки, пальчики вверх. Спасибо вам за просмотр и пока-пока.